Погода так и шептала в этот день: «Возьми лопату, грабли и потрудись». Этот шепот природы и зов прошлого услышали неравнодушные полевчане и приехали в самое сердце села Мраморское, где скромно огражденной калиткой ждал гостей памятник 1 мая, единственный в России. Чудо, что с 18 года сохранился. Я думаю, что это самый первый памятник 1 мая во всей России, тем более село Мраморское, где известный Эрзя был, жил, и вот этот дом, говорят, его. И, конечно, родилась идея тогда его благоустроить. Вообще, может быть, всей России его показать. Показать можно, только сначала благоустроить надо, чем полевчане и занимаются сегодня. Кто-то высаживает возле памятника деревья, кто-то красит ограждение. Мы решили отметить праздник трудовыми доблестями. Памятник 1 мая, мы решили привести его в порядок. Сегодня профсоюзы города здесь, мы все вместе, значит, мы сила. Профсоюз работников образования сегодня представляют дамы. Как всегда, вместе. Задорным смехом показывают на своем примере, как важно сохранять традиции, и в очередной раз доказывают: хорошими делами прославиться можно. Вообще об этом памятнике я узнала только что. Для меня это было неожиданно и приятно, что в городе есть такой памятник. Нас профсоюз куда зовет, мы всегда за ним следом идем. Да, и это радует. И, конечно, все вместе собрались, мы не только образование, но и, конечно же, другие профсоюзы. Это, конечно, очень здорово. На самом деле, все вместе, все сплоченно, мы делаем такое вот доброе, хорошее дело. Ну, вы образование, вы должны своим примером показывать. Да, мы и показываем пример своим трудом, своими действиями своими. Да? Да. Каждый может поучаствовать, не только памятник. Выйти в свой собственный двор и украсить его, собрать весь мусор, привести в порядок любимую площадку детскую. И будет в нашем городе, в нашей России, в стране очень красиво. Профсоюзный комитет Северского трубного завода – самая многочисленная общественная организация в Полевском. Сегодня она по обычаю в первых рядах. Так уж заведено у металлургов – подходить ответственно к любому делу. Город Полевской уникален тем, что у нас демонстрация, по сути, превращается 1 мая в день города. Выходит весь город. Педагоги, медики, в голове идут заводчане, оркестр Павла. Конечно, это стало доброй традицией. Нам, конечно, этого не хватает. Мы понимаем те условия, в которых мы сегодня оказались. А с другой стороны, традиция первомайских маевок, да? Это же было тоже. Потом начались митинги, демонстрации. Ну а почему вот еще новая форма? В этих условиях вот придумали такую форму. Экологический субботник, а почему бы нет? Я с большим энтузиазмом принимаю здесь участие. Посадил вот дерево. Ну какая-то память останется о нашем сегодняшнем дне. Да здравствуют профсоюзы. Вместе мы сила. Экологический субботник у памятника 1 мая в селе Мраморское – это лишь начало преображения этого места. Сегодня у памятника 1 мая было высажено 16 деревьев, но это еще не все. В скором времени при поддержке городской администрации здесь будет благоустроенная территория и сквер в честь всемирно известного скульптора Степана Эрзи, который в 1920 году в Екатеринбурге установил памятник труду освобожденному. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, новости 11 канала.